У Гомелі адбыўся ўрачысты сход, на якім уручаны пасведчанні пераможцаў сацыяльна-эканамічнага спаборніцтва па выніках мінулага года. На абласную дошку гонару сёлета занесены назвы 49 адміністрацыйных тэрыторый, прадпрыемстваў і арганізацый. Сярод пераможцаў па выніках работы за 2016 год горад Гомель, а таксама ў сваіх намінацыях Светлагорскі, Жыткавіцкі, Брагінскі і Рэшыцкі раёны. Апрача таго, у ліку лепшых акцыянернае таварыства «Гомсельмаш», Туроўскі малочны камбінат і «Саўгас камбінат Зара», Калінкавіцкі малочны камбінат і Гомельскі хімічны завод, прадпрыемства «Мазырсоль» і Інстытут механікі металапалімерных сістэм. Першамай у Беларусі – гэта перш за ўсё ўшанаванне людзей працы. Нават нягледзячы на праблемы ў эканоміцы, у мінулым годзе па ўзроўню зарплаты Гомельская вобласць заняла другое месца ў краіне, што не выключае неабходнасці працягу работы па скарачэнні беспрацоўя, росту зарплаты і стабільнасці цэн. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвестил подяку коллективу редакции газеты «Гомельская правда». Гэтай узнагароды выданне удостоена за осветление подей социально-экономичного и громадско-политичного жития Украины. За особистый уклад у развитие белорусской журналистики подяки президента так само удостоены первый наместник головного редактора газеты Вячеслав Минков. У минулые месяцы «Гомельская правда» отсвяткавала 100-годовый юбилей. Тады с гэтай подей яе так само повиншавал президент Беларуси. По популярной и тиражи ваше выдание одно из лепших у региональной периодицы, отзначил керавник державы. У газете кажут, что мают намер тримать высокую планку и далей. Правда, выключно периодичным выданием газету назвать нельга уже зараз. Сегодня при «Гомельской правде» працуя уластное радио и існуе выдавецкий дом. Представники мясцовых органов улады сегодня проведут прямые телефонные линии. Жыхары региона смогут задать пытание керавнику справ Гомельского облвыканкама Алене Владимировне Кличковской. Номер телефона 75 12 37. Гомельчан выслухает керавник справ гарвыканкама Алексей Анатольевич Васюченко. Звертаться варта по номеру 71 07 62. Час работы прямых линий с 9 до 12 годин. У Гомеля уручили узнагароды пераможцам областных конкурсов «Лепшая назиральная комиссия» и «Выратавальник года». Першие працуют над попереджением небеспешных ситуаций, другие приходят на допомогу, коли яны здараются. Как продухилить возникнение небеспешных ситуаций, уже 7-й год у Гомельской области працуют назиральные комиссии. У поле их зроку, справность электропроводки, газового обсталявания и наявность автономных пожарных оповещальников. Подчас мероприемства так само были узнагороджены керовники предприемств, какие клопотятся об безопасности своих работников и активно удельничают у пропаганде безопасности жизнедеятельности. Свои узнагороды так само отримали педагоги клубов юных воротовальников. Удосконаливание системы керования аховой працы у организациях аховы здоровья, устойливость до стресса, меры по захованию працездольности життя работников, профилактика профессийных захворваний. На семинары, организованным управлением аховы здоровья Гомельского облвыканкама и Галиновой профсоюзной организации, поспробовали улишить все максимые факторы рызыки. Профессия медика на справе оказывается не такой уже и небеспечной. По великим рахунку и установка камер видеоназирания и введение аудиозапису вымушены меры. Только в минулом году пациенты больниц Гомельской области спробовали причинить шкоду здоровью медицинского персоналу 12 разов. У Гомеля отбылся первый областный форум замешальных семьев. На областной пляцовке собрались специалисты из усих районов, как отказать на актуальные пытания и вызначить иснующие проблемы для их дальнейшего вырашения. При этом универсального подыхода тут не иснуе. С одного боку, домашний клопот и утульность – беспрешный плюс. Але не каждый может створить належную семейную атмосферу. Менавіта тому одно из головных пытаний областного форума – подбор кандидатов у приемные батьки. Дарэчы, больше как 80% у детей-сирот и детей, которые остались без опеки батьков, зараз выховываются у замещальных семьях. По гэтым показчику в регион сирот лидеров Украины. Сегодня на Гомельщине стартует третий працовный семестр лета 2017. На сезонные работы штаб студентских отрядов планует працаваткавать каля 10 тысяч человек. Традиционно будут створены сервисные, будаўнічыя, педагогичные, медицинские формирования. Плануется, что первый отряд пачне працаваць уже в наступном месяце на территории Гомельского палацово-паркового ансамбля. Апрача того, зараз ведутся перамовы о предоставлении працовных мест за межами Беларуси, у Краснодарском крае и Москве. Московской области. Еще один объект, где будут працавать представники региона – усебеларуская будовля на Островецкой атомной электростанции. Открытие третьего працовного семестра пройдет у Гомеля каля монумента героям-комсомольцам.
У Гомеля за пераносу працоўных дзён зменены час работы кірмашу выходнага дня. 29 кастрычніка – працоўны дзень. У сувязі з гэтым кірмаш на плошы Паўстання пройдзе не сёння, а ў панядзелак, 1 мая. Набыць спажывецкія тавары можна будзе і ў нядзелю 30 красавіка. Час работы кірмашу з 9 до 16 гадзін. Плошы Паўстання будзе закрыта для руху ўсіх відаў транспарту з 17 гадзін 29 красавіка до 18 гадзін 1 мая.